этот молодой человек сегодня работает с нами. Этот молодой человек, что сегодня работает с президентом, десятиклассник Амиль Нурулин из 19-й Казанской гимназии. Нужно всегда хорошо выглядеть. С изречениями Чехова ко встрече с президентом он готовился сам. Еще с вечера погладил рубашку и костюм. Всем привет! Доброе утро! Доброе утро! Обычно будни юноши проходят в школе и дома. В будущем он хочет стать управленцем и даже больше – президентом. И для этого сейчас решил поучиться у Рустама Миниханова. Все началось с письма президенту. Узнать, что он делает, как насыщенно, не насыщенно. Ну, понятное дело, что насыщенно, но что именно? Может быть, как-то подготовиться к этому, чтобы какие-то качества развить в себе. Друзья по школе и учителя такому решению не удивляются. Говорят, Амиле всегда отличали смелые поступки и недетские рассуждения. Когда на уроках что-то несправедливо кому-то ставят оценку, он всегда как бы за справедливость требует. Например, мы часто разговариваем о татарском языке, о проблемах государства. У него свое видение, ему очень интересно проблемы республики, ему интересно, что у нас будет в республике. Родители добавляют, Амиль очень трудолюбивый. 22 сентября день рождения, а 22 декабря встреча с президентом. Сегодняшний рабочий день президента можно было смело назвать рабочей поездкой. С утра до вечера был запланирован целый ряд мероприятий в разных частях республики. Это и аппаратные совещания в Казани, потом заседание в Нижнекамске Патанека, посещение Альметьевска и потом снова в Казани встреча с журналистами, ректорами вузов и еще одно аппаратное совещание. На Танеке на примере строителей Рустам Миниханов дал урок Амилю Нурулину, что задание нужно выполнять в срок, и хороший руководитель это без внимания не оставит. Есть определенные замечания по срокам, да, как всегда, строители они не могут по-другому, надо их заставлять работать. О том, что нефтяная промышленность – один из драйверов Татарстана, а деньги должны идти на пользу людей, школьнику наглядно показали в Альметьевске. Как отвечать даже на самые каверзные вопросы, можно было поучиться на встрече с журналистами. Будущий президент Татарстана. Вас познакомили еще, нет? Да, представили, рассказали. Ты представил? Объективки разослали всем. Было какое-то легкое волнение вначале, оно уже сейчас прошло. Я привык быть около президента уже. Впечатление самое лучшее только. Вот я что хотел, можно сказать, то и получил. Если говорить, что больше всего понравилось, это личное общение с Рустамом Нургалиевичем. Конечно, много из одного дня с президентом осталось за кадром, но точно можно не сомневаться, такая президентская школа станет событием в жизни юноши. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, Анна Городнова, Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ.